Всем здорово, вы на канале Ведьмак, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Край Первый. Я пришел до шестой части игры под названием Лаборатории. Всем приятного просмотра. Не с места! Дворяне окружили меня! Надо сообщить по рации! А я успел градку закинуть, а? Если говорят, в предыдущей серии я с этими ублюдками уже встречался, а? Да, вот, а. Теперь я увидел, близости мне стало еще страшнее. Что это за чертовщина? Должно быть, это трекер. Проект доктора Кригера. По сути, они биогенетически измененные приматы. Красавчик, красавчик, да? Красивый. Так, теперь я узнал, что тебя только зовут Трагины. Приматы это, в принципе, офигичек. Я уже не узнал чисто, что они раньше были приматами, а? Да, ладненько. Теперь мне будет противостоять не только наемники, но и Трагины. А игрушка становится все веселее и веселее. Так, Ваника, наша главная цель не спасти Вэлл, чем мы это имеем. Слышим вас! Оставайтесь на месте! Шлем подкрепление! Не вступайте в бой с Трагинами! Повторяю, не вступайте в бой! Вот это уж извини, не получится никак. Хотя он мне, если он мне не говорил, не мне. Ученые из главной зоны наблюдения в лаборатории 3 ТОП должны знать, где находится Вэлл. Тебе нужно получить от них эту информацию. Вау, получилось! Наша цель — идти к главному ученому, чтобы найти Вэлл. Окей, наша главная цель данной серии — найти ученого, узнать у него информацию, где нас содержит Вэлл. Хорошо, этим мы и займемся. Да, правда. Опачи. Классика, я машину подорвала. Реально класс. Так, ну-ка. Давай, Джек Кайвер. Не большай. Вроде бы больше никого нету, а. Охрейте его под дрелью, а. Причутка так попал гранатка, а. Игра 2004 года, но очень классная, прикольная и интересная. Дой, какого черта они тут делают? Это часть плана Кригера. Он изобрел сыворотку, которая изменяет каждый орган и ткань или подобного. Насколько я знаю, пока он испытывал ее только на приматах, единственный побочный эффект сыворотки в том, что она уменьшает уровень интеллекта, делает подобных крайне агрессивной. Кригер контролирует их при помощи имплантов. Ого, нифига себе, с помощью имплантов. Контролирует Кригер? Да, уж опасный этот Кригер, а. Так, вроде бы я всех убил. Ну да. Опачи. Кто же выше остался, а? Да, фигарили опасный мразот, а. Опа, уже одного ученого я нашел. Ему не повезло. А ты самое главное, что ты не главный ученый. Я, конечно, надеюсь на это. Да, это, наверное, безопасные ублюдки, а. Если маленькие, если большие. Капец, а. Опачи. Так, где ты, ублюдок? Вроде я же не всех еще убил, поэтому хоть и по любой остался. Вот мне интересно, Трагины или ублюдский человек, наемник. Так, что-то я, походу, не так подшел, как мне нужно было. Ну да. Опачи. Хотя, вроде как, блин. Спустимся, чтобы жизнь себе не потратить. А мне очень пригодятся. Машину мы брать не будем, честно говоря, хотя там будет был броник. Ну, пока, или может что-нибудь патрончики возьмем. Ты. Машина все равно уже скоро взорвется, поэтому не лучше не их. Опачи. Хоть немножечко броника мы нашли. Ладненько. Продолжим нас путь дальше. Может, так не будет. Вещи, ну не успеваю, вещи не успеваю я его спасти, а вещи не переводит, а? Вроде все чисто, а? Все хорошо. Почему? Может, там что-нибудь интересненькое найдем? Охренеть.
двое убитых, патрончик и пистолет, и на мышку были шпики, четвёртый, вот раз. Да. Мне очень приятное зрелище, честно говоря. Ух, так вот и все хорошо. Как ни странно, никого нету. А почему? Где это? Что это резко, блин, кого поднялось? Я не понимаю, где, честно говоря, влезается. Блин, я ничего не увидит. Опачи, нихуя себе, где они? Прямо подальше кино. Дорогие вы, зрители, мои любимые. Опачи. Фига себе, один блин вниз свалился. У меня новости. Я только что получил сигнал в соц от Джерри Спадзика, главного ученого. Он заперт в каком-то помещении, окруженном трагинами. У него должна быть карточка допуска во все закрытые зоны. Она тебе понадобится, чтобы спасти Вэлл. Спасибо, Дрю, спасибо за полезную информацию. Так, я начал по-быстрому найти этого ученого, пока его не убили. Еще просто забрать у него карточку. Блин, чёрт сюда. Давайте убьём. Иди ко мне, суки. Хватники, два бата. Так, ладненько. Давайте подальше всё, кинем, а? Сечу пожарный. Блин, не только кинул гранатку. Зараза, вот. Мне что-то послушало. Хера себе, эта ублюдская тварь большая, бля. Мать ваша. Я вообще не знаю больше всего, как он выжил, как он вообще тут очутился, когда монстр был рядом, около ним, рядом с ним. Вот это, конечно, меня поражает, да? Опачи, еще клиенты. Подарочек. Ты. Так, ёбар, это ты. Суки, ублюдки еще прыгать умеют, да? Чего всем удивляться, они же бывшие приматы, а? Да, все, всех убил. О, блин, капец, я испугался, а? Эй. Так, вот он. Куда ты взялся, бля, а? Я же вроде всех взял, но... Ты не убил, а? Профессор Спасик, прием! Мы получили ваш сигнал! Направляем к вам подкрепление, держитесь! Шпионку перевели в бункер в целях безопасности. Хорошая новость. Я нашел твоего ученого и его карточку доступа. К сожалению, теперь он не слишком разговорчив. Зато я услышал что-то о бункере. Полезную информацию я узнал. Наконец-таки я узнал местоположение, где именно держит Вэлл в бункере. Реально полезная инфа. Очень пригодится в дальнейшем. Наконец-таки я спасу бы. Почему? Где-то лёд, а? Ну, Алика, сейчас думаю, успеем его. Хотя, кутуман мне плотный, чтоб... Да! Увы, я не вижу ни хрена, где тут где-то лёд садится, а? Опа! Че? Примерно, во-во-во. Русские твари, а? Блин, видишь, где такие? Вижу этих ублюдков, а? Так, ладно, тут уже ничего больше не интересно, мы найдем. Так, тут тоже. Тут тоже. Так, ладно, надо выходить отсюда. Настоящая мясорубка. За тобой выслали отряд. Стой! Отряд, это, конечно, хорошо. На самом деле, конечно, это плохо.
Это хрен собью, хотя... Сука. Как для него спить, я понятия не имею. Я уже ублюдки охраняю это. Да блин, тебя еще. Не хват... Ава! Ты откуда взялся? Ладно, потом с вами все мы разберемся. Чтобы мне жизни не идти выборника. Опа! Полезненькое местечко нашел. Нужно это сказать. Зашибись. Патрончика на снайперку нашел. На винтовочку. Вообще прикольно. Прикольненько, все ублюдки. Сейчас я вас, суки, всех убиваю, а. Правда, вас лучше бы обойти, бы. На самом деле отсюда. Сука. Есть, на угол. О, Ванька, обойду. Потом отсюда, блин, очень хреново гасить, а? Это когда этих ублюдков. Я постараюсь больше не стихать в данной серии, блин, вообще данной миссии имеет. Ого! Суки, а? Как броник. Пополнил, а? А, Вася, он шпагат сделал. Молодец, умеешь шпагат садиться. Мудила. Хэдшот тебе. Тебе, ублюдок, а. И тебе. Ой, нифига себе, мышей посадил. Вроде бы я всех убил. Опачи, машиночка. Она нам точно пригодится. Так, сейчас быстренько нам, хотя нас больненько, в принципе, хватает. Патрон тоже. Поэтому, да, все, пошли. Спасать Вэл. Наша главная цель именно стоит. Спасти Вэл. Пятый минимум людей, вообще. И что самое главное цель, чтобы найти бункер. Думаю, следующая серия, может, наконец-таки, спасем Вэл. Прикольненько, я тащил, а? Тогда скажи, Кригер испытывал сыворотку на людях? Нет, насколько я знаю, но у него есть много других проектов. Вот еще одна причина поскорее найти Вэл и свалить. Карточка допуска позволит тебе попасть в лабораторию в каньоне, но вход в комплекс заблокирован. Тебе придется самому найти способ попасть внутрь. Например? У тебя неплохо получалось со взрывчаткой. Может, стоит повторить? Да, мне как раз не хватает внимания. А, мне кажется, это все изменилось. Надо будет найти взрывчатку. Окей, найдем. Ублюдки, давайте, идите ко мне. Только вид только внутри не меняется. Это хреновый обзор. Ладненько, все, пойдем пешком. Да, блин. А ну ты сука, а. Где тут тварь? Прям в цель попала. Ну давай, давай, мудила. Ты уже жизни поимели меня. Еще подарочки кинем, а? Опачи. Живучая мразь, а. Так, парень, вроде всех убил. Зря я, конечно, игрушку поставил в режим выживания, а. Реально, эти ублюдки стали умнее, блин, а. Тебе как нихрен делать, блин, лучше, чем люди играют, а. Моментами, блин. Коленька, нам надо смотреться, а. Тут полюбят, опа, теплички, чаечки. Так, вроде бы мы всех убили, но я не уверен. Ладно, тут, ну... На самом деле хреновый обзор, поэтому лучше вниз спуститься. По пистолетчику. Гранат не осталось, а машина нам уже не нужна, мы сегодня никуда не поедем дальше. Поэтому пойдем уже пешкаляму. Опачи. Сука, живучая. Ты быть издеваешься надо мной или как? Сука, блин. Выкурить его оттуда. Наконец-таки, блин, бессмертная ублюдина. Так,
Ну ты полюбись еще плюски остались, опа, там полюбись кто-нибудь, я же говорил про... Есть. Так, учи. Ладно, пойдем уже пешком, в чем мы? Опачи. Давай, ублюдок, куда ты побежал? Ладно, черт с тобой, потом с тобой разберемся. Там полюбись еще кто-нибудь есть, а? Где? Ты убежал? Ты где ты прибежал? Есть, сдох, ублюдок. Так, там. Ну да, я был прав. Ублюдский снайпер, а. Вроде бы я всех убил, сердце зачищено, можно сказать так. Не, впереди, конечно, меня ублюдки ждут. Ну так, нет. Еще один снайпер был, сука, у них оборона жесткая. Да ты ублюдок, а... Когда сука пополнил себе бронежилет. Эти ублюдки, тупо взял броник, весь просрал, а? Да уж, а. Ох, прям носом уникает себе. Я лох, а. Эй, только пополнил бронежилет и хп, баг все просрал. Зашибись, а. Да блин, в голову целись, а я бы целись в бронежилет, а? Да, маповато, а? Жизни совсем мало осталось, а? Чё, прикольненькая фишка, опа! И можно было так убить, ага, правда. Когда я бы выстрелил, меня бы уже бил в том ливании. Так, были бы сады хотя бы жизни где-нибудь найти. Опачи. Сука, гранатометчик это был. Что он не успел меня выстрелить, а? Так, опачи. Вот, то, что надо. Так, значок приношел, теперь надо зайти под, где меня взорвать ее. Перед ним это сделать, надо будет осмотреться и забрать у него ублюдка гранатометчика боезапасы. Они мне очень пригодятся. Опачи. Эй, тут фиговый обзор. Ого, кровище осталось, нихрена себе его прям в бечик на попал. Давай посмотрим, куда им полез, уже не труп исчез. Так, тут я всех грохнул. Там снайпер, ага. Так, тут у них что? Опачи. Так, что-то все что ли? Да не может быть один. Болит, что, Ну, это, конечно, бред. Ладно, как. Я надеюсь, что там один остался. Но я, скорее всего, увидел больше 100%, что там, сука, не один. Блин, да, капец, я столько моментов уханулся, блин, тупо жизни просрал зря. Ну, ладненько, ну, серия получилась интересная, прикольная, мне кажется. Вертолет японский. Во время Второй мировой войны, сказать. Так, броник мы тут точно уже нигде не найдем, поэтому обломимся. Жалко. Ты не понял себе, я еще придурок. Так, этот, сука, явно не он говорит. Маленько. Так, ты ни хрена себе, сука. Как он там очутился, блин, ублюдок, а? Еще не грохнулся, блин. Нифига кровища. Ваня, я надеюсь, что я убил точно сейчас всех. Патрончиков у меня совершенно мало осталось, но, в принципе, достаточно хватит, а? Так, гранатомет нормальный, 8 боезапасов. Опа, еще патрончики. Ну все, я подошел к тому входу, где мне подорвать, как я понимаю. Так, ну да, вот он, вот вход, я буду взорвать. Так. Жалко, ни у кого броника я не могу взять. Ваника, я готов. Давайте. Подзовем гребаный вход. Сука, задел немного меня. Что ты придумал? Я мог бы сказать, но лучше сам догадайся. Следи за местностью!
сука, вертолет, слышу, а? Да по поводу подзорвать этот раз, а? Есть, с первого раза попало, потерялся. Куда он пропал? Да сука, ты мне пожахал, а? Еще один? Блять, где ты, ублюдок? Что вы меня бесите, а? Ой, сука! Ну ты сука, а? Так, блин, пожахать меня, капец, я что-то в этой серии вообще какой-то... Так себе, блин, совсем играл, хреново, а? Ух ты! Ну, хотя бы было некто шоу, правда, жизни бы нужны, а? Для меня копилюшечка осталась. Ладненько, сейчас быстренько патрончики возьмем. А снайперку у нас, опа! Пройдем? Ну да, повезло. В принципе, да, наебочки нам не нужны. Иду тут снайпер было. Дальше вас залазить не будем, а? Не будем нашу данную серию стягивать. Вот он и вход в бункер. Я больше всего 100% верю. Да, всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. Сейчас скоро увидимся. Всем удачи, всем пока-пока.